В Орске жители многоквартирного дома решили не заморачиваться с выносом мусора и оставили пакет с отходами в обычной урне. В нашу редакцию прислали записи с камер домофона, на которых видно, как двое парней положили мешок в урну, которая, к слову, и без этого была полная. На следующий день последовать примеру товарищей решила и другая жительница дома 12А по улице Краматорской. Все трое отправляются в нашу народную рубрику «Чмо. Человек, мешающий обществу». Присылайте нам свои фото и видеоматериалы, пароли и явки, выведите на своих экранах.